Вопросы предупреждения опасных заболеваний, таких как ящерица, сибирская язва, обсудили сегодня на заседании противоэпизоотической комиссии правительства республики. По сибирской язве отметили, что ситуация стабильная, охват вакцинации крупного рогатого скота составляет 100%, а лошадей 85% и оленей 75%. Ну а ящер в данное время зафиксирован в Забайкальском крае. Как известно, в республику из Забайкалья привозят животное и разное сырье. Поэтому необходимо усиление мер профилактики, отмечает департамент ветеринарии республики. Кроме этого, обсудили меры по предупреждению распространения возбудителя заразного узелкового дерматита рогатого скота. Это фактически новое заболевание, которое зарегистрировано в России в этом году. Кроме того, на заседании обсудили еще один немаловажный вопрос – профилактику и ликвидацию вируса африканской чумы свиней. Мы должны также ужесточить контроль за ввозом свинины, за содержанием свиней в частных подсобных хозяйствах, так как мы все знаем, что африканская чума свиней также инфекционное заболевание. Против этой болезни нет медикаментозного лечения, нет вакцинации. И в основном у нас завоз, вот очень много случаев, это с завозом мясной продукции. Если вот на начало мы берем 2007 года, и сейчас фактически юг России до Урала уже и очень много вспышек заболеваний.